Сейчас на территории Владимирской области 15 необорудованных мест стихийного купания с пребыванием свыше 50 человек. Из них больше всего по 3 во Владимире и Ковровском районе. Есть такие запрещенные точки притяжения в Гороховецком, Камешковском, Юрьев-Польском районах. Специальные аншлаги, запрещающие купание, отдыхающих не смущают. В жаркие дни на некоторых пляжах собирается более 5000 человек. Несмотря на ажиотаж, отдыхающих в этих местах не штрафуют. С начала купального сезона не зарегистрировано ни одного подобного протокола всеми муниципалитетами. Ни одного. Однако с начала года к административной ответственности за данные нарушения привлечено всего 30 граждан. Округ Муром, зато Радужный, город Ковров, Меленковский, Петушинский, Собинский, Гороховецкий район. По аналогичному периоду прошлого года привлечено 55 граждан. У нас снижение на 33%. И это при том, что регулярно сотрудники МЧС совместно с администрацией и правоохранителями проводят рейды на водных объектах, не приспособленных для купания. С начала года более 18 тысяч таких профилактических мероприятий по всему региону и более 70 тысяч профилактических бесед. Распространено более 150 тысяч памяток с правилами безопасности. Министр безопасности региона вынес предложение в ходе таких мероприятий задействовать 573 специалиста, у которых есть полномочия составлять административные протоколы и штрафовать за купание в запрещенных местах. Кроме того, внесли и предложение заслушивать отчеты глав муниципалитетов по проведенной работе на каждом оперативном совещании при губернаторе. Первыми к диалогу пригласят власти Владимира и Коврова. Таким образом, правительство региона планирует взять на контроль ситуацию с безопасностью на воде.